Ловушечка. А? Опять. Ага. Ничего себе такое. Взад такое, как идешь. А, ну если идешь оттуда. Классно. Так, перевес у меня. Клык Хоркера. Тарелка. Одежды, наверное, выкинем. Так, имперские сапоги 11.8. А, кожаные 8.2. Поменяем. А это выкинем. Классно я собрался. Тут что-то еще, наверное, вот это вот обрывается вниз. И капкан. Ну ты хорошо хоть за мной бежишь, мэн, а не по другому пути. Так, если я сохранимся. Тидец. Да, красиво. Железорудная. Это так стоит. Типа ты тут чего? Жутковатый мужик. Жутковатый. Скайрим. Больше ничего нету. Грибочки. Грибочки не успел. Какой дракончик. Офигеть. Не почитал, что там было написано. Классно. Это что, выход? Кошелек с монетами. 37. Нормально. Высокий эльф. Да они сюда бахнулись, что ли? Блин, да что такое, мэн? Я же не дотронулся до кола. Что за бред? Да иди ты, отойди. Иди сюда, чудо. Там вон мешок, еще один золото. Да ну чё ж они так колют, как бритва? Стоишь рядом и все. Ну ладно, укололся. Ну не насмерть же. При падении понятно. Да, тут мешок не достать будет. Я думал, здесь выход. Ну ладно. Погнали. Но выход там, где и вход. Капкан, не наступи. Очень много железа. Опять перегруз.
Пивать железная руда. Не, ну с таким перевесом надо домой возвращаться. Попродавать все. Перегружен опять, ну. Клёпанная. Ну все, домой надо, домой. Это невозможно. Сколько там у меня? 9. Ладно, сделаем так. Безупречный гранат добавлено. Вот это здорово. Кирку выкинем. Вот эту клепанку возьмем. Бегом. Еще ночь. Не знаю, пойдет он, не пойдет. Но мне надо свалить в White Run. Можно хотя бы... я, наверное, скину все этим. В какой-нибудь ящик. Уже утро. 6 часов. Можно что-нибудь и продать. У меня перевес конкретный. Я-то переживал, что меня не возьмут в соратники. Да ладно. А оказывается, они всех подряд принимают. Таких берут обязательно. Буфет. Буфет. Так, запихаем все. Железная руда 43, ну это кошмар. Да, все. Клык. Флейта. Так, одежда. Шлем. Клепанная. Остальные. Сыромятные. Сыромятных сапог вон пятеро. Так, сложим все, что не нужно. Книг, наверное, куча тоже по килограмму. Дневник Арвила. Это же в ветреном пике был, который... Ну, уже не нужно.
Нужно потом, если что, прочитаю. Да, все. Все книжки можно выложить. Девяносто три. На жрачке тоже куча картошки, вон 31 мэн. Да, всю. Так, если я посмотрю, что там, то оно нормально все здесь лежит. Главное, чтобы все осталось. Железо 43. Никто не видел, что я положил, да? Кроме тебя. Значит, если пропадет, кто виноват? Сохранимся на всякий случай. Вдруг придется все возвращать. Дракончик. Хозяин, такое просто немыслимо. Делить небеса с человеком. Ха. Они едва-то терпят наше присутствие на земле. Сегодня благословение получим. А что завтра? Что? Погляды. Так, и теперь мы можем идти. Пойдем отсюда. Двимерские города. Это что, был Двемер? Маска Двемера? Так, олени. Там какие-то люди ходят. О! Не понял. Кто здесь? Вы чё? Вот это будет зрелище. Где драка? Какая драка? Ты чё? Никого. Ты чё бредишь? Это охотники, наверное. Охотники, да. Давай, загоняй оленя. Классно. Классно, вот. Атмосфера вообще игры. Супер, обалденная. Затягиваю, даже неохота заканчивать играть. Играешь и играешь. Женщина, не женщина, человек какой-то. Ну что, не загнали олень? На, вон они бегают. А олень здесь бегает, не? Или, а, они затем побежали. Вон они. Охотники. А, погнали уже того. Вон еще один. Здорово. Классно, да. Так, а это что?